Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в финалочку на серовлин ролеплей, 4-й сер, Мнисис, Легенда, Путбуль. Не забывайте вводить мини регистрации, и также в специальных подписчиков есть промокод. Пишите МН, 10-й пункт промокод, и пишите вот такой вот промокод, KGAME. Как только вы тратите 7 часов, вы получите 50 тысяч, поэтому из этого вводите мой промокод. Ну что ж, сегодня снова серичка, я хотел поехать на Феррари, снова, да. Но она сломана, механики вызов не принимают, поэтому, что мы делаем, мы берем мостик и поедем в одно интересное место. Видите, сейчас у нас 108 человек, но механиков походу нету. Ну да ладно. Пишем GPS, короче, общественные места и поедем, вы знаете куда? А поедем мы в лунопарк. Я не знаю, что это такое, но давайте съездим, посмотрим. Мне кажется, это будет интересно довольно-таки. Поэтому сейчас садимся на мостик, потому что, да, Феррари досталось в предыдущей серии. Кто не смотрел, можете посмотреть. Поэтому сегодня на ней мы не поедем. Мы поедем на мостике. Так, где у нас находится лунопарк? Давайте посмотрим. Ага, он находится у нас, получается, в конце Арзамаса. А чё лунопарк находится там? Мне вот интересно прям очень. Ладно, давайте съездим. Я не знаю, что за лунопарк. Может быть, я... Блин, лунопарк связан, по идее, с луной. Почему это показывается просто в парке? Я вот этого не понимаю. Ладно. Что-то, мне кажется, пацаны нас наебали, потому что это обычный парк. Вроде бы как, да, здесь воздушный шар есть, колесо, обозрение и так далее. Ну, блин, типа, лунопарк, типа, лунный парк, как бы, от слова луна. И где тут, блядь, луна? В каком месте, мне интересно? Я на него обиду, как бы, разработчика, но где здесь, ну, луна, типа, лунопарк. Хотя, а здесь можно на картинках ездить? Стоп. Я вот помню, типа, раньше можно было или нет? Или можно, или... Я не помню, короче. По на картингах ездить и так далее. Но, скорее всего, нельзя. Или можно. Давайте, блин, тут никакого чекпоинта, ничего нету, пацаны. Конечно же, у нас не будет сегодня обзор парка. Чисто так хотел съездить, посмотреть. Блин, тут вообще ни хрена нету. Никакого аттракциона, ничего здесь не работает. Или может... Где-то здесь. Ну такое. Вообще ничего нету. Ладно, пацаны, давайте что-то другое место какое-то поедем поинтереснее. Потому что здесь ни хрена просто нету. Так, короче, я устроился механиком, и давайте поработаем, не будем тратить время зря, так сказать. Так, надо переодеться. Да, я хочу переодеться. Инструменты какие-то, да? Так, взять отвертку, взять молоток, взять гаечный ключ. Все это понятно. Я, кстати, ни разу механиком не работал. Ну, в принципе, ёбаный в рот. Жестко, конечно, ладно. Давайте берем машинку, я думаю, и будем работать. Так, чтобы взять машину, необходимо заплатить... Ну, давайте арендуем. Чтобы, начать работу, нажмите 2. Начать работать. Работа механика, доведите название для, блин, не знаю, механик давайте напишем. Лучший механик напишу, лучший механик просто. Вы видите, как я себя люблю. Так, лучший механик. Все отлично, заводим двигатель и будем ждать, я думаю, вызовов, пока кто-то там сломается, либо еще что-то. Я думаю, будет заебись, поработаем немножко, посмотрим, сколько здесь платят и так далее. Ебать, тут банда просто таксистов собралась. Смотрите, 3 таксиста, блядь, стоит. Ёб туда лево. Так, давайте так сделаем. Пиздец, знаете, банда таксистов, блядь, ну такое. Смотрите, смотрите, все, ебать, братва поехала просто. Включайте этот, музыку из бригады. Включайте музыку из бригады просто. И будет заебись. Так, у нас первый клиент. Какой у него там ID, я не вижу ни хрена. Так, 37. Давайте его за 100 рублей починим. Держи, за 100 рублей, бля. О, все, механик плюс. Ёбаный в рот. Банда просто этих таксистов. Так видосы назовут. Пацаны, да? Реально такая банда таксистов, чисто, знаете, управляет городом, блядь. Такие чисто обеспали, возле больничка такие на фардах стоят. Он еще один поехал к ним, походу. Просто, блядь, братство. Что мне реально стало интересно, что они там промышляют. Тем более, сейчас они там стоят. Поэтому давайте посмотрим. Смотрите, смотрите, 3 чувака стоит просто. Это, знаете, банда такая, банда просто. Давайте я тоже с ним тут постою. Может, кого-то починить надо будет. Тем более, сейчас нету вызовов, поэтому я думаю, будет заебись. На туре, знаете, прикиньте, если бы так все стояли просто заняты места и все таксисты. Я просто бы охренел. Не, такой еду, смотрю, ебать, 3 таксиста просто стоят. Я такой, чё, блядь? Знаете, такие скрытные, блядь, скрытное братство просто. Скрытное братство, пацаны. Вы теперь видели все в этой жизни. О, пацаны, первый наш вызов, Ту-44. Так, место расположения, окей, сейчас сюда и поедем, поближе будет. Уезжаем от братства таксистов, так сказать, и едем за первым нашим клиентом. Хотя он недалеко, видите, он метка, в принципе. Поэтому я на паузу не буду ходить, сейчас посмотрим, что ему там нужно. Надеюсь, он, блин, не сломан полностью. Ну, хотя, скорее всего, он полностью сломан, если он меня вызвал. Потому что он бы меня, я думаю, не вызывал, если он был бы на ходу. Ох, ебать, там разъебало, да? Я так вижу. О, дядя, ебать, приплыл нам.
Так, чиним его за 1000, он все-таки не полностью сломан, поэтому заебись, в принципе. Все, за 1000 чиним и уезжаем спокойно себе. Ну, кстати, блин, если при лайне 500 так ездить, мне кажется, ну, каждый так по 1000, если чинить, то можно неплохие деньги за час заработать, там, 1100-200, может быть, даже. Пишите в комментариях, кто работал и кто знает, сколько здесь платят. Реально здесь деньги поднять или нет? Я просто без понятия, блин. Единственный чувак нас просто вызвал, и все. Ну, потому что сейчас, пацаны, утро, онлайн небольшой, я думаю, скорее всего, из-за этого. О, уже движуха здесь началась, пацаны. Блин, в чем прикол напротив Больки, кстати? Я вот серьезно не понимаю, пацаны. Кто тоже знает, пишите в комментариях. Ну что ж, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока.